Израильские военные обнаружили и уничтожили тайный тоннель, который прорыли палестинские боевики «Хамас». Подземный ход вел из сектора Газа в Египет и пролегал на глубине 80 метров под территорией Израиля в районе контрольно-пропускного пункта Керем-Шалом. Военные заявили, что тоннель – это серьезная угроза для израильских граждан и приняли решение его ликвидировать. Также из соображений безопасности приостановлено движение через сам переход Керем-Шалом, который используется для транспортировки коммерческих и гуманитарных грузов в палестинскую автономию и в обратном направлении.